Привет, мои любимые, дорогие! Я еще в Марканталии. Сейчас я решила показать вам, что у нас происходит на самом верхнем этаже Марканталь, какие есть кафешки. Кумпир, ну, кстати, вкусный. Ну, я иногда пробовала вкуснее. Пиде. Мне почему-то не очень понравилось, но если вы хотите пиде, то можно взять. Вот искендер. Подождите, сейчас дойдем. Смотрите, какой большой, классный, да? Пиде. И вот такие цены. Ну вот я два раза брала, мне почему-то не очень. Может, исправили, знаете, я с сыром брала. Вот, по 10 лир сейчас. Ну, кстати, нормальные даже цены. Так, вот искендер. Вот этот, вы знаете, можно заходить, если вы хотите реально поесть и очень быстро, чтобы приготовили, то здесь быстро, потому что здесь очень много людей, мясо будет свежее, хорошо обслуживаем. Осюд, там больше сладости. Если сладости, быстро обслужат. Если вы закажете там мясное блюдо, будете ждать час, честно. Очень вкусно там готовят, но час обеспечен. Боже, сколько там людей, мамочка. Вот. И вот такие сладости вы сюте. Юлечка, на-на-на. И почему-то цен нету. А, есть, вот. Где цена? Божечка, еще 15.50. Ну, еще меньше мне написали. Вы что, прикалываетесь? 19.50. Ну, так выросли цены. Так было обычно 12, там 13. Это тоже 19.50. А что я не вижу фрамбуазы? А вот, вот этот триличе. Отсюда не видно. Что-то такой цвет какой-то подозрительный. Да, то есть сладости, да, можно заказывать. Но тут жарко очень, честно вам скажу. Что в Старбаксе мне нравится, там кондиционер на всю мощность. Так, пицца, пицца. У кого-то что-то сгорело, прям так горелым слышно. Маргарита, 11.95. Вот. Вот такие цены на пиццу. Никогда не пробовала, ничего не скажу. Я покажу вам, где я пробовала пиццу, в принципе, неплохая. Ага, смотрите, уста Сендан. Вот. Вы видите, какая очередь? Понятно, да, где надо брать пиде? А, так, ого. В смысле? Это вы берете пиде за 12.99 и плюс одна бесплатная выпивка. То есть вы выбираете, что выпить бесплатно. Наверное, открылось только что. Я не знаю. Но цены абсолютно хорошие. Да. Я думаю, что такая очередь. Видите, они не успевают, бедные. Вот, уста Сендан. Да, наверное, они просто открылись, поэтому. Вот я здесь, мы когда-то кушали пиццу. В принципе, неплохо. Не скажу, что прям пицца такая, как я ела в Китае. Классная. Смотрите, улыбаетесь. Это же мужчины, я не могу. Все же звезды, просто звезды. Вы знаете, нас надо хвалить, чтобы мы вот просто возгордились. Им не надо ничего хвалить. Их. Все. Им просто покажи камеру, и это счастье будет. Смотрите, вот такие пиццы. Но это кусочек вы берете. Ну, мы брали целую. Ну, так вкусненько. Так смотрится вкусно. Вот, цена. Значит, Дагаал. Так, господи, что ж оно напыше? Один кусочек и еще возьми один за 4 лиры, 3.99. А вот этот, вот такие цены. Боже, я сейчас уже запутаюсь. Знаете, я захотела, не хочу кушать, потому что здесь жарко. Да, экономят на кондиционере. А возможно, просто смотрите, сколько людей. Поэтому. Так, это у нас ППС. Поупьес, я не знаю, как читается. Честно, вообще тут никогда не брала. Абсолютно никогда. Вот такие меню. Я вам покажу, потому что я даже не могу сообразить столько всего разнообразного. Так, идемте дальше с Subway. Вот тут, по-моему, самое дешевое, даже не скажу, что это самое дешевое.
Рекламы все красивые, я не спорю. Ну как оно? Видите, отси махает тоже, ты же звезды. Ага, вот видите, вот такие булки. Ну не скажу, что большие. Ну я лично такой булочкой. Если я голодная, не, ну вообще-то можно наесть. Это в Греции когда-то такое делали. В Греции столько лет прошло. Юля помнит, потому что там такую булку делали. Просто, а вот смотрите, вы выбираете хлеб белый, кепикли, пармезан еще, сусаму. И вот это все набираете. Да, вот такое в Греции было. Кош бутук, шекляр. И вот цены. Знаете, они очень дешевые. Вот. Так. Вдруг кто-то захочет в туалет в Маркантале. Сразу говорю, один туалет есть на минус первом этаже. Здесь закрыли. А второй туалет, вот, видите, КФС. Так, чтобы никто не догадался, знаете, все, больше нет. Нет, может, на каких-то верхних этажах, но так нет. На минус первом и вот здесь, на четвертом. КФС, мы в Китае в КФС кушали. Ой, мы там так наели, что мне прям плохо было. И потом пошли на дискотеку. Я думаю, зачем я это поела? Маркет Донер. Здесь тоже Искендер неплохой. Сказать, где лучше, не знаю. Тут айран дают с базиликом, по-моему. Очень вкусный. Нет, все-таки в том Искендере лучше, наверное. Не знаю. Попробуйте, раз там, раз там. Вот. Вот это. Не знаю, мне кажется, все-таки лучше Искендер взять. А, меню, кишикеля. А, вот смотрите, меню. Ой, даже на русском. Да ладно. На русском. Ну только на русском-то понятно есть, а цента нету. То есть на русском можете себе прочитать, будете знать что, а цены вот. Сейчас я вам покажу, какие цены вот в этом маркете. Потому что, ну, вы понимаете, если я на свидание кушаю, я же не смотрю цены. То есть я вам даже приблизительно не могу сказать. Вот Искендер, 100 грамм 25, 241. Ого. Куриные вот такие цены. Ну вот, то есть вы поняли, тавук это куриный Искендер. Честно, никогда куриный не пробовала. Если Искендер, это для меня мясо. Все. Хотя я уже 100 лет не ела, честно, нет. Не ела мясо. А вот еще супчик можно взять. По 8 лир супчик. Вот я беру чобан салата. Ну, такой хорошенький. Только без лука я прошу. Суан-йок. Так говорю. А где айран? А вот айран. Видите? Вот у них специальный айран. Очень вкусный. Вот я вот это заказываю, если что. Вот это. Сада донер. А, вот тут только донер. Видите, без хлеба, наверное. Я не знаю, как это. Ну, если не едите хлеба, то и не надо вам. Вот такие цены. Ну, вкусно готовят. Мне нравится. Не так, как в Анкаре, но кушать можно. Я вас еще один Искендер покажу. Он чуть-чуть по-другому готовится. Еще одно кафе. Вот тавук даньясы. То, что Марина вам хвалила. Ну, честно, вот смотрите, мне нравится вот это. Крем-манта. Там, где вот именно с подливкой грибной. Но я им не наедаюсь. Мне, оно вроде бы большие тарелочки, но я не могу наесться. Оно мне не хватает. Hello. Вот еще есть курочка, есть с мясом. Вот это, наверное, с мясом я вам показала. А с курочкой, а вот с курочкой 23,95 крем-монтар. А мясо 32,95. Тоже очень быстро готовят. Вот в этом плюс. Вот видите, какие большие тарелочки. Ну просто мяса немного. То есть подача у них классная, кажется, что много. А так как я макароны не ем, ну... Нет, я не говорю, что надо целую тарелку мяса. Ну, я бы нормально съела бы. Так, вот это у нас бургер. Вот такие цены бургер. 27,90, 49,90, боже.
Это же, знаете, еще, если я буду еще выбирать 3 дня, поэтому я иду тупо на Искендер, честно. И даже не заморачиваюсь. Если я нормально хочу поесть, если не нормально, значит, в кондитерскую иду. Так, это у нас тоже вот такое все. Ну, цены почти те же. Ой, извините, сэр. Извините, надо сказать турку, извините, это ж по-любому. Да, ой, тоже махает руками. Ой, это ж... Так, Бургер Кинг, Макдональдс, это понятно, что есть. Вот наверху кинотеатр. Кинотеатр хороший, мы в 3D-зал ходили. Вот кофтеджи Рамис, я вам говорила о нем. Маленькие котлетки, но салат классный, вот с гранатом, там салат супер. Но в другом кофтеджи Рамис нету того салата. Вот то, что на Ишикларе, нет. Так, это у нас Анадолу Мутфалы, не ела ни разу, но тоже вот... Набираете. Так же, как и в кофтеджи. Кофтеджи, господи, Юля, на каком ты говоришь? Берете тарелку и набираете целую тарелку. Что вы хотите? Ну, там, по крайней мере, так. Ну, там лучший выбор салата. Здесь... Не нравится мне выбор салата. Вообще. Там реально можно выбрать салат. И там, по-моему, тарелочки даже побольше. Ну, цены вот такие. Может... Тут цены подешевле. Вон, и тут хорошо, так смотрите. Вкусненько. Так. Наверное, здесь просто подешевле, поэтому и салаты попроще. Так. Абшар тантуни. Тантуни – это такая большая сковородка, вот, и там мясо вот они делают. Вот, смотрите, цены какие. Это все мяско, мяско. Бутавук мувеет. Бутавук мувеет. Ага. Смотрите, вот это мясо. Такие цены. Не буду я вам рассказывать, уже будете спрашивать, острое, не острое. А вот это, то, что в начале, это курица. Ну, да, курица здесь намного дешевле в Турции, чем мясо. Мясо очень дорогое. То есть идет курица, потом рыба, а потом мясо. Видите, вот так тантуни, вот такой большой сковородке она делается. Так, такое еще одно отделение. Айвалык. Тосты там. Вот видите цены, да? За тосты 11 лир, 10, 12. Ладно, пойдем по этому краю, чтобы вдруг... Анадолу таш фырын. Это у нас печки. Таш – это камень, каменная печь. Ну, понятно, я не думаю, что там каменная печь. Лахмаджун 6,95. Кебаб. Ой, как пахнет здесь. 22,95. Кюнефе 7,50. А я не знала, что здесь кюнефе есть. Представляете? А вот пиде тут есть. А я искала пиде Маркантали еще одну. Я думаю, здесь вкуснее или там. Тоже салат, видимо, набираете в одну тарелку. Да, какой хотите. Да, тут можно на пиде прийти. Честно, что-то никогда не заходила. Так, куда я залезла? Вот, кушбашлы пиде 18,95, вот это вкусное. Только я перец прошу не ложить, знаете почему? Потому что иногда может острый попасться. Робертс кофе, вот это еще один, вот Анадолу. Кашарлы пиде 14,95, ай, какая вкуснятина. Так, а вот этот Бейдонер Искендер, там Искендер, он чуть-чуть по-другому готовится, но мне нравится. Сейчас возьму у них меню. Нет, здесь не нарисовано, сейчас попрошу. Мне нравится, потому что там вот можно выйти в сад. Где-то еще можно выйти в сад, в кафешках некоторых можно, не во всех. Ой, теплым дует, так нехорошо, прям вообще. Вообще. Сейчас, где меню? Ой, как здесь жарко. Очень жарко. Нет, прям нехорошо. Ветер дует, но он жаркий. А, ну понятно, зачем вентилятор включать? Ветер же дует, а то, что он теплый, неважно. Не знаю, где меню. Меню, абилеры, меню. Табики, понимаете, сразу серьезный этим. Хлопчик став, ты шекеля. Вот, смотрите. Это что-то новое. Вот это аджи, это чтобы вы знали. Ой, я улетаю. У меня волосы прям летят. Ничего не вижу.
Сейчас, вот, Аджи, это острое. Вот такая цена, 29,99. Ага, это 1,5 цена, бирбучу. А дабл это 2, 29,90. Это с баклажаном, не дуже понравился с баклажаном. А, вот это я беру. Вот это снизу картошечка такая тоненькая, пожаренная, а сверху мясо. Да, жирненькая, но мне вкусно. То есть йогурт идет, по-моему, кетчуп по чуть-чуть и вот мяско. Вот это классное. Ну, мне, по крайней мере. Но жирненькое, сразу говорю. Вот это брала, не очень мне понравилось. Это в тесте мясо. Ну, как-то так. Вот это вкуснее. Тоже вот это острое все. Вот такие цены. Так, сколько у нас айран здесь? Водичка 2 лиры, айран. Не, айран точно должен быть. А, вот айран 4,25. Или не видит. Кюнифе 7. Короче, 8 лир. Вот так. Супчик 8 лир. Говорю, можете там попробовать, можете там. Я иногда здесь, иногда там. Все. Бейдонер или... Да, бейдонер. Ты шекляр. Вот. Дабл эскиндер. А сверху маслом же поливают, когда вы кушаете эскиндер. Чуть-чуть просите, потому что будет очень жирно. Но все равно я прошу. И вот много кто говорит, не надо. А я вот, мне прям сам процесс, вот когда наливает масло, так... так оно шипит, так клево. Так. Вот водичка. Можно здесь посидеть. Жарко. Вот уже жарко. Еще, наверное, недельки две назад было бы круто здесь сидеть, сейчас жарко. Очень. Робертс кофе. Ну, это всюду есть, да. Я один раз завтракала здесь. Ну, такое, ну, чтобы там сильно вкусный завтрак был, нет, есть вкуснее. Ну, так может быть. Что тут у нас? Мороженое, наверное, мороженое. Да, мороженое. Меню Робертс кофе, сейчас вам покажу. Ой, тут всего много. Так, ну тут, вы знаете, я помню, я тогда то хотела, его не было, поэтому то, что здесь есть, это не обязательно, что оно уже есть. Ну вот тосты, божечка, тосты и супы, я не понимаю ничего. Ну вот с сыром и сосиски, не сосисочками, суджуклук. Короче, колбаска ихняя. И помидором 16,50. Ой, ну здесь много. Вот тут, чтобы попить что-то. Айран 6 лир. Да, здесь не дешевая. Хош был дух. Вот, горячие напитки. Ну, тут такие национальные названия, так что смотрите сами. Вот кофе. Чай, чай. Вот это холодный кофе. Красивые фотографии. Так, это я вам показывала. Вот салеп. Ну, салеп обычно зимой пьют. Это завтраки. Вот такие завтраки. Такая цена. Кошар пейнирли омлет. Да, это с сыром омлет. 18 лир. Менемен 15 лир. Тостлар чорба я вам показывала. Вот это что? А, это уже вторые, основные блюда. Салатики. Здесь сразу на английском, мне даже не надо комментировать. Вы себе посмотрите. Сэндвичи. Вот вафли тоже. Кругом эти вафли уже, потому что все заказывают. Вот это я в рыбном ресторане когда-то заказывала. Я так, а ничего, так, нормально. Ты кажи тебе... Нет, да, вот это... Просто ничего лучше не было со сладкого в рыбном. Ну, ты ж понятно, Юля, ты ж в рыбном только сладких. Нет, я рыбу поела. Но Юлечки не хватило, понимаете? Уста донер. Так, выходим с Робертс кафе. Люди подумали, господи, это пришло позднемало. Да, потому что пост сейчас апостольский, я не могу это кушать, не могу. Но он легче, чем пасхальный, можно рыбу есть.
все дни, кроме среды и пятницы. Так что я сегодня рыбу пожарила. Так, уста Донер. Такая рыба вкусная была, вы что? Просто. Я столько поела, что я сейчас вот это все смотрю, я кушать не хочу. Просто что люди думают, что я хожу, это снимаю, а не сажусь кушать. Искендер 10,95. О-о, вообще недорого. А, это Аджи. Анон. Не, нормальный, не маленький. Вот только что бабушка понесла. Так что здесь тоже можете попробовать. Честно, я с вами хожу, узнаю кучу всего нового, понимаете? Так бы никогда вот не пошла. В то же самое кафе идешь всегда. По инерции. Генч меню, молодое меню. Это я вам перевела, вот как они написали, да? 11.50. Чизбургер, чизбургер, картошка и попить что-то 11.90. Вот. Кошар кёфте сэндвич. То есть котлетка, сыр, сэндвич, картошечка, выпивка 11.90. Выпивка, я имею в виду Кока-Кола, ребята, не выпивка. Это я так перевожу, чтобы быстрее. Вот, офтеджи рамис, я вам показывала уже цены. Ну вот, зависну, просто вы поймете. По фотографиям все. Ну потому что реально очень много туристов. Поэтому легче сделать фотографии. Ну, говорю, Марина сказала, что все-таки курица лучше тавук дуньясы. Да. И вот салат в одну тарелку берете. Вот этот вкусный был. Нету граната. Они попроще сделали. Они просто взяли цветную капусту и с перцем. Нет. Тогда был помидорчик еще. И был гранат. И, по-моему, соленые огурцы. Вот, нет, соленые, наверное, не были. Нет, это что-то он испортился. Нет. Я тут хвалю, нету того салата. Все, распустились. Вот, видите, целую тарелку. Тут, видите, тарелки больше. Видите, какие тарелки. И, по-моему, этот салат 12 лет. Тут почему-то не написано. Было тогда. Ну, котлеты маленькие, ну, честно. Ну, я как-то вообще не наелась никогда. Салатом больше наелась. Все, Бургер Кинг. А, Бургер Кинг тоже, видите, туда выходит. И в этом, в Рамис-Кофтеджи тоже туда все на улицу выходят. Но сейчас там, если честно, жарко. Летом они включают холодные кондиционеры, там классно. Но вот почему они сейчас не включили, я не знаю. Вы знаете, иногда хочется в кинотеатр пойти, но только чтобы на русском. Да, так посидеть, не спешить никуда. Ага, ага, Юля, ага, точно. А, мамочка, мамочка, хавучный кек. Нет, это морковный по 6 лир. Чизкейк по 6 лир. Ну, такая масюпочка себе, знаете. Фрамбуазы. Но это не фрамбуазы. Вот это, наверное, фрамбуазы не имели в виду. Тирамису 6 лир. Вы знаете, мне кажется, вот такой лучше взять. За 6, тогда вы точно знаете, что вы его съедите. Потому что то за 19, ну, честно, ну, я не могла доесть. Там оно питательное. Ну, Макдональдс, это понятно. Я, кстати, в Макдональдсе беру этот милкшейк средний, клубничный, мне нравится. Поехала я на ней срезать видео, потому что я сегодня не успею на прямой эфир. Если вам мое видео понравилось, как всегда, прошу вас, ставьте лайки. Да, потому что сейчас очень строго YouTube к этому относится. Вот, так что не понравилось, тоже ставьте не лайки. Забыла, как это будет, не лайки. И подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. О, смотрите, четвертый этаж. О, вот сейчас я прям съеду на первый. Нет, не на лифте, на ступенечках. Лифт у нас для колясочек, знаете, я не... Ну, зачем я буду людям? Да, так что я с вами прощаюсь, целую, обнимаю, люблю. И желаю вам всем хорошего дня или вечера, или спокойной ночи, смотря кто... когда будет смотреть это видео.